Ребят, кто хочет тик-так? Спасибо, я не хочу. Чипсы будешь? О, напугала. Не, спасибо. Кому тик-так? Ну как хочешь, мне больше достанется. Я тоже не буду. А у меня полезный завтрак, йогурт и бутерброд. Так что, если только после еды возьму. Ух, всем привет. О, про привет, тик-так будешь? Да не, спасибо, у меня свой есть. Ничего себе. Ну а что, на урок хватит, я думаю. Здравствуйте, дорогие мои, можете не вставать. Это что такое? Это что, тик-так? А это что? Газировка? Чипсы? Ой, бутерброд! А что, суп не принесли? А? Может, борща возьмете в следующий раз? Или кашу поедите? У нас что, здесь столовая? Или класс? Ну-ка, быстро убрали всю еду. И чтобы я ее в классе больше не видела. Это я, пожалуй, себе возьму. Спасибо. Если вы забыли, дорогие мои ученики, для приема пищи у нас есть школьная столовая. Один раз в день на большой перемене вы идете туда и принимаете пищу. В классе сладости, еда, напитки. Все запрещено. Так, у нас сегодня контрольная работа. Сейчас раздам вам всем листочки. Вы, в свою очередь, доставайте ручки. Ты что, меня не поняла? Ой, простите, не успела. Сейчас все уберу. Эх, чуть-чуть чипсы не доела. Хотя, если я спрячу их под листочек, то можно еще похрустеть немного. Вот так. Достаем ручки и пишем. Контрольная работа. Подождите, не поняла. А кто хрустит-то еще чем, а? Я же вроде сказала все убрать. Обмануть меня решила? Так мы с вами контрольную не напишем. Все, что съедобное есть у вас, достаем из своих рюкзаков, сумок, из штанов, из карманов, из юбок. И приносим ко мне сюда на стол. Эх, ну вообще так нечестно. Почему нельзя в классе что-нибудь перекусить? Я вот дома не успел поесть с утра. Все сдаем, все сдаем. Эх. Слушайте, ребята, а может вечером соберемся? И придумаем, как в школу можно сладости принести. Хорошая идея. Нужно как-то Эдну проучить. Если что, я в деле. Ну что ж, вариант на доске. Пишем. Ну что, ребят, есть какие идеи? После двойки за контрольную еще больше хочется что-нибудь такое сделать. Да и не говори, слушай, вообще обалдела. Все отобрала, контрольно провела, двоек всем наставила. Сидит довольна, ну Эдна. Так, пока вы там все недовольны сидите, я высмотрю в интернете, можно сделать школьные принадлежности, косметику, инструменты и еще там какие формы найдем из шоколада или из мармелада. Таким образом мы пронесем в школу шоколад и мармелад. Шоколад и мармелад? Отлично, хотя бы так. Главное, чтобы она ничего не заподозрила. У тебя есть шоколад или мармелад? Или нужно в магазин еще сбегать? Есть немного мармеладных мишек? Думаю, из них получится что-то сделать, если их растопить. И белая шоколадка. Воздушная, моя самая любимая. Ее тоже можно расплавить на водяной бане. О, отлично! Неси давай, формочки какие есть. Ага, и будем заливать это все. Вот Эдна завтра удивится. Ага, лишь бы не поняла, что это. Ай, поймет так. Если мы сделаем шоколадную линейку, она же не сможет ее отобрать, правильно? Потому что она мне нужна. Ну, а я, если что, смогу ее съесть, если она мне не понадобится. О, а я тогда сделаю шоколадно-мармеладную косметику. Она не догадается. Ну что ж, друзья, раз Эдна не разрешает приносить с собой в школу сладости, мы попробуем сделать из сладостей не сладости. И помогут нам в этом вот такие силиконовые формы с инструментами, с косметикой, школьные принадлежности и кактус. Расплавим наших медведей и небольшую шоколадку. У нас получится мармеладная и шоколадная против настоящего. Ну вот наши медведи превратились вот в такую вот массу. Сейчас мы попробуем залить косметику. Так, это у нас помада. Оп. Thank you.
И очередь шоколада. Попробуем открыть книжку. Ну вот, формочки почти готовы. Остается подождать, когда это все застынет. Ну что, все проснулись? Давайте посмотрим, что у нас по итогу получилось. У нас здесь портфель из мармелада, кисточки для макияжа, помада, блеск, линейка, книжка, канцелярский нож, блокнотик, кактус цветок, краски, плоскогубцы, школьный звонок, молоток, еще одна линейка, отвертка и глобус. Круто! Девочкам тогда косметику, мальчикам инструменты. Договорились, а все остальное поровну. Вы наедимся шоколада с мармеладом на уроках сегодня. А я бы и сейчас не отказалась откусить кусочек линейки или даже отвертки. Хотя мармеладный молоток тоже подошел бы. Пойдемте в школу, сегодня будет весело. Ага, это точно. А главное, она не должна ничего заметить. Инструменты мальчикам нужны на труд. Предмет такой в школе. А косметика у девочек всегда есть. Мало ли что, можно этот цветок в горшок посадить, а потом съесть. Это уж точно. И краски тоже должны быть в школе. Так что, думаю, что получится очень незаметно. Такой вкуснятины я еще губы никогда не мазала. Даже откусить можно чуть-чуть. А когда придет учитель, я ничего не знаю. Это помада, которая стоит у меня на парте. А по шоколадной линейке вполне можно чертить по-настоящему. Мне достался блокнот. В нем я, конечно, не смогу ничего написать. Но вот если почувствую голод, то смогу его схрумкать. А я пока припудрю носик. И откушу кусочек кисточки для макияжа. Ну а я пока найду тему сегодняшнего урока в моем мармеладном учебнике и съем пару страниц. А у меня вообще незаметно. Краски и кисточка, все как надо лежит. На уроке незаметно что-нибудь откушу. Здравствуйте, ребята, ну как у вас сегодня настроение? А? Работу над ошибками будем делать по контрольной? Подождите, а чем это пахнет так вкусно? Шоколадом? Мармеладом. Опять жуете? Быстро все сдать мне на стол. Эдна, а у нас нет ничего, только то, что нужно в классе. Да ну что ж вы врете там мне. Мой нос явно чувствует, что здесь все в сладостях. Странно. Это что такое? Вроде линейка. Она шоколадная. А это что? Помада? Помада из мармелада? Так. Ты? Отвертка. И блокнот из белого шоколада. А отвертка тебе в школе зачем, а? Ну, здравствуйте, Эдна, вы что, по трудам надо, сказали принести. А ты что смотришь в мармеладный учебник? Ты тему там, что ли, видишь? Обмануть меня решили, да? Сладости принести в другом виде. Ну, молодцы, наверное, весь вечер занимались этим, да? Тогда сейчас у нас будет еще одна контрольная работа. Кстати, мармеладно-шоколадное изделие сдать мне на стол. Пока вы будете делать контрольную, я буду это все хрумкать. Обмануть решили учителя. Ха-ха-ха, знаем, проходили, вы у меня не первые. Где только еду не проносили. Да блин, что ж нам учительнице-то досталась такая умная, а? Есть еще идеи, как принести в школу сладости и еду? Пишите в комментариях, нам очень интересно. А то мы опять остались голодные. А до большой перемены еще угу-гу. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Успею что-нибудь съесть, пока Эдна не отобрала.